Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 3 октября 2022, понедельник. Это первая программа на этой неделе, и следующая будет только в четверг, потому что из Йом-Кипура завтра и послезавтра программа не выйдет. Заранее сразу предупреждаю всех. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы, естественно, поговорим о продолжении украинского наступления в регионы, аннексированные в том числе. Это интересное развитие, и опять же ставятся те же самые вопросы, которые надо еще раз повторить и произнести. Но это я постараюсь как можно быть более кратким здесь, потому как стратегически пока надо подождать, что дальше в принципе будет, пока мобилизация еще не дала своих плодов. Частичная мобилизация в плане какой-то стабилизации на линиях фронта. Поэтому я думаю, что эту тему пока до четверга, по крайней мере, можно вкратце изложить. Перейдем дальше мы к Великобритании, потому как там, да, интересные события разворачиваются, потом Иран, и потом обещанный Иран, по которому мы должны, на самом деле, с четверга, с прошлой недели еще должны, и эти долги я не люблю накапливать, учитывая, что так как повестка меняется постоянно, и информационное поле очень насыщенное, то копить вообще ничего нельзя, вещи неотложные, вот. Потом, после Ирана, надо уделить время обязательно израильско-ливанской сделке, которая вот на мази. На мази, там есть много интересного, ну, не очень много, в принципе, но важно это произнести. Вот такой план на сегодня, надеюсь, что я все успею. Очень хочу, потому как не хотелось бы откладывать долгий ящик до четверга, что-то еще. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-46-0877 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. New FM Philadelphia, Application iHeart, Application Ruisa Radio, веб-сайт ruisa.fm. Кстати, на Ruisa Radio App и на ruisa.fm можно смотреть в прямом эфире это тоже. Все те, кто смотрит меня на YouTube и там комментируют, и там подписываются на канал, большое спасибо. На YouTube очень удобно вступать в интеракцию, правда? Ну и опять же, там все программы без музыки уже выкладываются и рекламы. Плейлист, кстати, сегодня неплохой, на мой взгляд. Daft Punk мы открыли. Дальше у нас Pet Shop Boys, у нас Peter Fox, у нас много чего хорошего еще есть, если не ошибаюсь, тут еще дайте я расскажу, что у меня тут приготовлено для вас. Да, ну и Ройксоп. Вот примерно так у нас сегодня будет музыкальная часть выглядеть, благодаря диджею Тайсону. Ищи папки, я нещадно все это дело беру для своих передач. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Что ж, пока выглядит так, что продолжается наступление украинских вооруженных сил, достаточно успешное. Причем продолжается в нескольких направлениях. Во-первых, есть уже заход в те территории, которые удерживались новых аннексированных территорий, это я имею в виду Херсонский регион, туда достаточно глубоко продвинулись украинские вооруженные силы. И, опять же, говорят о большом количестве танков, которые прорывают линию, и о диверсионных группах крупных, которые прорываются, достаточно больших. Это на южном направлении. Также есть большие успехи на направлении в ДНР и ЛНР. Взят город Лиман, освобожден город Лиман, соответственно, открывается дорога на Лисичанско-Северодонецк. Мы помним, что для того, чтобы взять эти два города, очень тяжелые были бои в их районе, и достаточно долго все это продолжалось, использовалось огромное количество артиллерии. Такая кампания в стиле Первой мировой, которая происходила. В общем, так получилось. Видно, выглядит пока так, что не удается держать линию российским вооруженным силам там. И это означает, что либо выводы не были сделаны правильно из того, что происходило уже, происходит уже месяц на этих вышеуказанных направлениях, либо нечем держать линию, потому как, несмотря на все заверения чиновников Министерства обороны с российской стороны, что никто из мобилизованных не окажется на фронте мгновенно, да, а пройдут определенное обучение, притирку, маневры и так далее, для того, чтобы навыки, которые были в армии во время срочной службы, полученные у резервистов, у запасников, они были восстановлены, и военное братство возникло. Да, снова для этого требуется, как говорили нам военные эксперты, не менее 2 месяцев, видимо, ситуация настолько нехорошая, что пришлось посылать на фронт людей сразу, непосредственно с военкомата, почти сразу. И явно совершенно, что люди, которые от гражданской жизни в течение многих лет вдруг переходят к военной жизни в состоянии оказывать никакого влияния на ситуацию там. И это знаки того, что ситуация не очень хорошая, да, говоря сейчас мягко дипломатическим языком. Вот. Это означает несколько вещей. Я не знаю, на самом деле, как надолго эта ситуация будет развиваться в таком
ключе и удастся ли, в принципе, удерживать линию. Выглядит все это пока очень нехорошо. Соответственно, для русских. Соответственно, требуются какие-то действия, потому как выглядит таким образом, с российской стороны требуются действия определенные, потому что так как это выглядит пока, что в ответ на усиленные продвижения украинских вооруженных сил для освобождения своих территорий, при этом Россия отвечает обстрелами, ну, по крайней мере, Wall Street Journal пишет, что Россия отвечает обстрелами гражданской инфраструктуры, достаточно серьезными, ракета прилетела в Запорожье С-300, каким-то, я не знаю, как они переделали ее, что ли, когда же, в принципе, ракета это же против ракет системы ПВО. В общем, она прилетела и нанесла удар по центру реабилитации, то есть медицинскому учреждению. Вот, и есть прилеты были в Днепропетровском, в городе Днепро. То есть поражается, по крайней мере, из того, что пишут западные источники массовой информации, поражается больше гражданская инфраструктура. И это вряд ли может остановить подобные продвижения. То есть, если стоит задача, таким образом, попытка остановить продвижение украинских вооруженных сил, то явно совершенно, что эти попытки, они, на мой взгляд, абсолютно бесполезны и не оказывают должного воздействия. И поэтому требуется какое-то, для того, чтобы держать линию, требуются какие-то более серьезные решительные действия, которых не происходит. Вопрос, как бы, по какой причине их не происходит? По тактической, по стратегической или просто по невозможности из-за ресурсной нехватки? Да, это вопросы, на которые нет ответа. И это ставит серьезные вопросы, опять же, перед руководством, потому как чем успешнее украинские вооруженные силы проходят дальше сквозь оборонные линии российских вооруженных сил, тем больше вопросов к руководству российского Министерства обороны, Генерального штаба, министру обороны и к власти Кремлю самому, потому как, ну, если у вас есть, да, как бы странно было бы, как кто-то, Эйнштейн-то говорил, что это сумасшествие, да, повторять одну и ту же вещь и ожидать постоянно, и ожидать другого результата. То есть требуется какие-то изменения, ведь, наверное, внести, да, но для начала неплохо было бы, наверное, да, ну, исходя из простой логики, поменять оперативное руководство. Ну, наверное, если это оперативное руководство, которое сегодня возглавляет вооруженные силы там, не в состоянии, как бы, добиться неопределенных результатов, или хотя бы сдержать, да, хотя бы сохранить статус-кво какой-то определенный, то, значит, это руководство не справляется, и требуется другое руководство. Ну, наверное, по логике вещей. Я не знаю, то есть я рассуждаю, как бы, как гражданский, естественно, человек, не военный эксперт, но мне представляется, что если у менеджера не получается, его увольняют, назначают другого менеджера, правильно? И... Ну, не может же быть такого, чтобы в такой стране, как Россия, и в таком несколько тысяч генералов все-таки присутствуют в вооруженных силах, что нельзя было бы найти талантливых генералов, которые могли бы, были бы в состоянии проводить военную кампанию так, чтобы эта военная кампания была менее печальной, давайте скажем так. Это со стороны так сейчас выглядит. А теперь, это опять же... Я хочу успокоить всех тех, я тут постоянно вижу, особенно в социальных сетях, уже крики о том, что вот-вот-вот, мы все ближе и ближе и ближе, как бы, к применению неконвенционального оружия. Я даже не хочу слух произносить, как они на самом деле пишут, эти люди. Я хочу сказать, что нет, до этого еще не дошло, конечно. И ближе мы стали после аннексии наверняка, да, учитывая, что вот Госдума сейчас приняла уже закон о присоединении этих территорий в состав, о вхождении этих территорий в состав России, так Госдума это формулирует в законе. Еще завтра будет Совета Федерации заседание. Опять же, вопросы-то усиливаются, учитывая, что раз-то уж теперь российская территория, это получается с точки зрения российского закона. Сейчас украинские вооруженные силы захватывают российскую территорию. И на это же надо как-то реагировать теперь по-другому совсем, потому как ставки-то были подняты. А ситуация на поле боя, как бы, на мой взгляд, пока никак не соответствует ответственности, которая при подъеме этих ставок возникает. На мой взгляд. И, соответственно... Получается некая такая странная ситуация, немножко сюрреалистичная. То есть, с одной стороны, как бы в Кремле делают вид, что все нормально, все идет по плану, с другой стороны, явно совершенно не может таким образом идти по плану. Вот же на поле боя, как бы, успехи украинских вооруженных сил очевидны. Вот. Это такие мысли вслух, да, пока, потому как более детальной информации пока нет. И опять же, с момента объявления частичной мобилизации еще прошло очень мало времени. 2 недель еще не прошло, и понятно, что это займет намного больше времени. Тем не менее, да, для того, чтобы частично этого, чтобы мобилизация каким-то образом оказала воздействие на количество солдат на фронтах и так далее, и так далее. Это все занимает время, понятно здесь. Но пока все это выглядит, конечно, немного странно и сюрреалистично. С другой стороны, опять же, еще раз повторюсь, до разговора о каких-то более страшных вещах речь не доходит, слава богу, и будем надеяться, что пока и не дойдет. Будем надеяться, что каким-то образом
Я все равно, все время надеюсь на то, что какие-то возможности диалога возникнут в процессе, да, и можно будет каким-то образом добиться какого-то соглашения о прекращении огня до того момента, когда вопросы, которые я выше задал, они станут актуальными. Но, опять же, это все пока выглядит достаточно нехорошо для российской стороны и достаточно успешно, активно для украинской стороны, которая развивает, как бы закрепляет достигнутый успех. Так это, по крайней мере, выглядит сейчас. Как долго это будет продолжаться и как далеко, как глубоко смогут в контролируемой России территории зайти украинские войска и их освободить, да, это большой вопрос, ответ на который, я думаю, в течение ближайших нескольких дней получим. Это вот пока то, что по украинскому вопросу хотела сказать. А по Великобритании есть очень несколько важных моментов, которые надо произнести. Вы видели все, что там происходило, я надеюсь, вы внимательно следили за новостями. Премьер-министр Ли Страсс, она, кстати, избиралась на этой платформе, большие такс-кат, сокращение налогового бремени, про-бизнес всяческие разные паузы. Как только она объявила о своих огромных такс-кат, сокращениях налогов, причем главный там момент был сокращение налогов для богатых, что обычная такая, да, позиция такая, консерватив такая, совсем-совсем, то есть сначала давайте сократим для тех, кто как бы является главными бизнес-владельцами, потому что сокращение налога для богатого позволяет таким образом инвестировать, он сможет эти средства реинвестировать в бизнес, соответственно, больше нанять. Надо понимать, что да, все, что происходило, оно же не в вакууме происходило, и все действия, которые Ли Страсс анонсировала, премьер-министр Великобритании, они были, конечно же, все эти слова были произнесены в условиях серьезной инфляции, достаточно высокой энергетического кризиса, повышения цен на энергоресурсы и общей как бы глобальной нестабильности. И как только она произнесла слова, да, там общая как бы сумма ее налоговых отчислений, сокращений, точнее, должна была составить где-то 45 миллиардов фунтов. Это большая сумма, и она никак не обеспечивалась бюджетными поступлениями. Самое главное, что мгновенно ужасно испугало инвесторов, началась паника, фунт начал резко падать, инвесторы стали забирать денежку, на это отреагировал Bank of England, да, главная как бы банковская структура, их как типа центральный банк, который начал скупать государственные бонды сразу, чтобы не возникло паники. Значит, там много начало происходить действий, и тут выступил сегодня на конференции, кстати, я видел выступление, конференции консервативной партии Тори сегодня происходило, сегодня, завтра будет происходить, там премьер-министр присутствовал, короче, министр финансов, Chamber of Excelsior, то есть, короче, финансовый канцлер выступил и сказал, что да-да, я понимаю, I get it, я понимаю, что наше решение сократить налоги вот такие, оно вызвало некую нестабильность, мы понимаем это, вот, поэтому мы отменяем, да, наше решение, и это, короче, разворот about face полностью, на 180 градусов развернулась Ли Страсс, и это, конечно же, подорвет ее, как бы сказать, во-первых, ее рейтинги без сомнения, они и так-то пошли вниз, и рейтинги консерваторов резко пошли вниз, и рейтинг оппозиции резко пошел вверх, я имею в виду Labour, да, партию лейбористов, и это, без сомнения, на следующих выборах, конечно же, скажется. Теперь надо понимать, что вот этот вот, то, что они сделали about face, это они отменили только послабление для богатых. А из всего этого 45-миллиардного пэкеджа, который есть, на самом деле они убрали только 2-миллиардную часть. То есть из 45, налоговые сокращения все равно останутся на 43 миллиарда фунтов. Поэтому насколько это поможет, поможет ли это, правда, успокоить рынки? Но вот паунд сегодня отреагировал как бы определенным ростом, пошел вверх. И это, наверное, как бы знак одобрения того, что да, то, что они развернулись, очень хорошо. Но вы же понимаете, что когда выходит премьер-министр Великобритании, говорит одно, а через несколько дней, видя, что происходит, начинает реагировать и начинает как бы разворачиваться полностью, да, разворот на 180 градусов, это, конечно, на ее рейтинг, на ее позицию внутри консервативной партии. Кстати, ожидался даже бунт. То есть ее предупредили, что если ты не отменишь свое решение, не развернешься назад, то это вызовет бунт парламентариев, которые в парламенте, в смысле, от консервативной партии. То есть мы тебя просто, может быть, тебя сами будем как бы, то есть бунт, она рисковала как бы тем, что могло возникнуть настоящее восстание, ее могли бы просто, я не знаю, могут ли, у меня лэпс, да, у меня небольшая нехватка понимания британского как бы закона, насколько возможно, чтобы они прям так взяли ее из позиции лидера своей партии убрали, или для этого надо голосование всей партии, или достаточно того, чтобы только парламентарии проголосовали, да, за временную простовку и полномочия, что-то такое. Ну, короче, ее предупредили, что готовится бунт против нее.
И естественно, что это было, ее такое решение было вызвано именно этой информацией. Теперь в любом случае, после такого разворота, такой разворот всегда показывает несколько вещей. Самое главное, да, из тех, этих нескольких вещей, это то, что Чувиха была абсолютно не готова. Не смогла предвосхитить, рассчитать и взять в расчет все факторы, да, которые влияют, которые должны, по идее, влиять на подобные решения, которые она анонсировала, да. Ну, она рассчитывала, что раз она шла на избирательную свою короткую эту избирательную кампанию в должность премьер-министра внутри консервативной партии, она шла с позиции сокращения налогов, да, то теперь это надо не обязательно прямо сейчас, вот надо именно этим и заниматься. Она же не... какая тут проблема с этим подходом? Это же внутри консервативной партии происходило. Но Великобритания же не только консервативная партия, это много кого. И, соответственно, одно дело, ты идешь на позицию премьер-министра внутри своей собственной партии, и среди своих однопартийцев, которые с тобой, в принципе, разделяют одни и те же взгляды, проталкиваешь свою идеологию, да, свои идеи. Это одно. И эта идеология, она часто разделяется многими твоими сопартийцами. С другой однопартийцами. С другой стороны, ты выходишь с этим на национальный уровень, на котором играют, еще другие ребята, в смысле другие представители других политических партий, которые не разделяют твои политические адженды, и иностранные инвесторы, да. И плюс это все в атмосфере Брекзита, который еще даже, на самом деле, последствия настоящие еще только-только начинают раскручиваться. Еще впереди очень много интересного относительно того, как же в итоге, сколько Великобритания потеряет в финансовом секторе и так далее, и так далее. Мы говорили, были оценки, которые говорили, что Великобритания может потерять до 60 миллиардов фунтов только за первый год, да, настоящего автономного плавания. Еще пока есть некоторые моменты, которые по договору действуют взаимные между Великобританией и Евросоюзом в плане торговли. А это все может уже скоро закончиться, насколько я понимаю, и тогда совсем другая будет история. С другой стороны, для Великобритании, да, возникает много возможностей более автономно функционировать, не обращая внимания на правила Евросоюза, что тоже, конечно, там требует определенной регуляции, потому что Евросоюзу, конечно, очень бы не хотелось, чтобы страна выходила на европейский рынок с дампинг-прайсами, да, с дампинговыми ценами, да, с демпинговыми. То есть с ценами, которые заранее ниже, потому что условия производства значительно легче в плане себестоимости, в плане всяческих разных платежей на сотрудников и так далее, на пенсионные отчисления. Ну, есть же много разных факторов, которые в итоге складываются в цену товара, правильно, в его себестоимость, по крайней мере. Если изначально вы снижаете эти условия производства, облегчаете их, то понятно, что ваш товар намного более конкурентоспособен. Понимая, что сегодня главный локомотив Евросоюза, Бундес, да, Германия, находится в дикой ситуации, и многие заводы крупнейшие, которые были локомотивами уже немецкой экономики, ну, не то что на грани закрытия, но уже в ближайшее время могут потерять свою конкурентоспособность из-за энергетического кризиса и удорожания резкого энергоресурса. Вот как бы примерная ситуация. Теперь, значит, возвращаясь к Ли Страсс, я вижу постоянно сентименты очень интересные относительно того, что вот она такая Маргарет Тэтчер, Маргарет Тэтчер современного дня, Маргарет Тэтчер wannabe, да, вот она, и также я вижу, что вот хотелось бы, чтобы вернулись старые лидеры, они, по крайней мере, бы договаривались, в том плане, что, ну, это в контексте, я получаю такие комментарии на YouTube, в контексте, естественно, российско-украинского конфликта и того, что вокруг него происходит, и общей заварухи между Россией и Западом, общего столкновения, предыдущие лидеры, по крайней мере, находили мудрость, чтобы договариваться, это да. Но если сегодня, да, если вы возьмете этих предыдущих лидеров, например, Маргарет Тэтчер, и вот же вам примерная иллюстрация, когда человек, для которой Маргарет Тэтчер всю ее политическую карьеру была образцом для подражания, приходит к власти и начинает действовать методами, которыми, как она считает, скорее всего, исходя из того, как она видела и изучала Маргарет Тэтчер, ее поведение, ее решения, decision-making, да, то есть как она принимала решения, вот примерно, представьте себе, вот так бы, может быть, Маргарет Тэтчер бы и поступила, наверное, да, вышла бы сразу и объявила о сокращении налогов вот таком, в такой ситуации. Это интересный момент, так бы это было или нет. К сожалению, у истории нет сослагательного наклонения. Ну вот примерно такие бы последствия это бы в современном мире вызвало. И еще раз, да, старые лидеры были хороши для того времени, когда все происходило значительно медленней. Сегодня все, к сожалению, намного более интенсивно. Самое страшное, что информация распространяется намного быстрее, она в электронном виде распространяется, что занимает доли секунды везде, оптиковолоконные кабели, да, и по ним проходит информация очень быстро. И решения принимаются в доли секунды. Те, кто занимался трейдингом, дейтрейдингом, да, на биржах, они понимают, что часто одно нажатие кнопки решает вопрос между богатством и бедностью для человека, между разорением и процветанием. И это нажатие кнопки Enter, да, оно может быть
занимать меньше, чем доли секунды. Раз, и все, и человек остался ни с чем. Или раз, и человек стал богатым. И в такой ситуации принимать решение очень-очень непросто. И вот мы увидели, как кабинет Ли Страсс принимает решение во главе с ее, со своим премьер-министром. И это очень большое фиаско. Его нельзя недооценивать. Это провал. Я вообще не помню такого, чтобы какой-то глава государства, ну, экзекьютив, да, такого уровня, как Ли Страсс, она как бы, все-таки Великобритания, если не ошибаюсь, пятая экономика в мире. И большая страна, представляете себе, ядерная держава, бывшая когда-то главной страной, гегемоном мировым, да. И вдруг премьер-министр выходит и за неделю полностью разворачивается в том, что в той программе, которую он предлагает. Это немножко, как бы это сказать, вызывает вопросы в компетенции, в принципе, и в профессиональной пригодности. Вот это вопрос очень важный сейчас. И мне кажется, что уж на что Борис Джонсон был эксцентричный дядька, да, и на многие вещи шел, и вообще вел себя немножко странно. И да, там, не могу сказать, что его влияние на мировые процессы было очень положительным, да, разным. Но он, конечно, вызывал определенную симпатию, да, и он, конечно, неординарный человек. Тем не менее, мы не видели от него подобных вещей, да, он объявлял цели, задачи и планомерно четко к ним шел. Вот Brexit мы увидели, по крайней мере. Хоть одну вещь, да, он довел до конца, по крайней мере, ну, насколько это было возможно довести до конца. И тут как бы поменялась власть, пришел другой человек, пришла девушка, которая, оказывается, не совсем отдает себе отчет в последствиях своих действий. Это странно немного, учитывая, что все-таки это как раз, по-моему, взгляд наш, да, сегодняшнего времени проблема. Что часто лидеры оказываются профессионально непригодными, да, не готовыми к тому, чтобы такую ношу тяжелую нести в современном мире, где очень-очень много всяких разных еще факторов, которые влияют. Ну и вообще, такое впечатление, что она как бы пестовала свою программу в вакууме. В общем и целом, это, кстати, еще остается очень большим вопросом, этот about face, да, этот разворот на 180 градусов, спасет ли он сегодняшнюю экономическую ситуацию? Есть те, кто говорит, что нет, уже поздно, слишком далеко ушел поезд, слишком много прозвучало вещей, которые не... слишком было много действий сделано уже людьми, да, слишком сильно понервничали инвесторы, что теперь они будут значительно большей опаской, значительно большей осторожностью относиться к финансовому британскому рынку, потому что черт его знает, что еще там можно ожидать, учитывая, что он уже перестал быть частью общеевропейского финансового рынка, как бы и стал чем-то особенным, отдельным своим. В общем, все это явно совершенно не добавляет и так уже достаточно серьезной, нестабильной картине в том, что происходит. Вот примерно. Что хотелось по поводу Великобритании сказать. Дальше. Хотелось бы, наверное, начать иранский разговор. Единственное, что давайте, с чего мы начнем, и мы будем этот разговор, естественно, разворачивать уже в следующем сегменте. Все те, кто надеется на то, что сейчас, из-за того, что там происходит в Иране, а происходят достаточно серьезные массовые протесты, они расширяются, эти протесты. Да? Но все те, кто надеется на то, что эти протесты в итоге свалят режим, на мой взгляд, ошибаются. Режим не будет свален, как бы этого не хотелось, естественно, многим-многим-многим людям. Этого не произойдет. Будет ли он настолько дестабилизирован, чтобы сосредоточиться на внутренней ситуации? То есть, насколько, скажем так, да, то, что сейчас там в Иране происходит, заставит Иран перестать концентрироваться на внешнем, да, иначе концентрироваться больше на внутреннем, это интересный вопрос, это мы в ближайшее время увидим, но больше об этих протестах буквально вот через какую-то небольшую музыкальную коммерческую паузу, и мы к этому придем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Говорим об Иране сейчас, в этой части, и о израильско-ливанской сделке, которая тоже, естественно, Ирана касается. Вкратце предыстория. 16 сентября Басидж, это так типа такая комсомольская, структура комсомольских дружинников, таких наблюдающих за нравственностью, такая молодежное подразделение, Басидж, молодежное подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, заметили девушку, которая, по их мнению, неправильно носила платок, волосы не были правильно покрыты, задержали ее, и в их кастоди, то есть находясь в задержании, она умерла. То есть, ну, по предварительной информации они ее, конечно, убили, но, естественно, официальные структуры говорят, что нет, она умерла там от сердечного приступа. Не играет роли, это вызвало массовые протесты, которые до сих пор продолжаются и пока только расширяются, несмотря на то, что уже начали применять более тяжелые средства для их разгона. По всему Ирану эти протесты проходят. Уже комендантский час вводится, уже используются слезоточивый газ, резиновые пули, уже арестовываются многие лидеры этого протеста. Но пока это, на мой взгляд, самые широкие протестные движения после 2009 года, когда Ахмадинеджад был впервые избран. В общем, достаточно
переизбран, по-моему, простите. Да, достаточно жесткая реакция властей происходит. Удалось протестующим обойти баны на интернет и всяческие разные закрытия разных интернет-ресурсов. Им удалось это обойти с помощью там VPN, я так понимаю. В общем, пока у них получается, то есть информация оттуда приходит. Теперь развитие сюжета сегодня произошло. Выступил Хамини, который считался, Али Хаминей, верховный этого, который считался фактически уже при смерти. Уже что-то не говорили, что вот ему остались считанные дни. Тут он выступил на, как это обычно бывает, когда такие слухи ходят, выступил на выпускной церемонии военной академии. Сказал, что я-то знаю, кто на самом деле за этим стоит, сказал он. За этим стоят США и Израиль, сионист, ну, Израиль не называет так, сионистский враг, да, сионистский режим. Ну, понятно, что он не может сказать правды, ясно совершенно, кто за этим стоит ведь. Ну, по крайней мере, как мы понимаем, Иран — это государство, где нам очень многие вещи происходят под ковром. И так как правда, здоровье верховного Айатоллы сильно пошатнулось и будет назначен в каком-то времени, скорее всего, будет преемник, либо это будет еще при жизни Айатоллы, либо уже после его смерти, которая в какой-то момент, ну, не так уже далеко, долго от сегодняшнего дня произойдет, скорее всего, потому что он правда сильно болеет, по разной информации, опять же, не знаю, можно ли этому доверять или нет, разные совершенно вещи говорят, но в итоге, скорее всего, какие-то группы противодействуют друг другу в корпусе стражи, естественно, на самом высоком его уровне, и это вызывает такую подпитку этих протестов. Так мне кажется, я, конечно, могу ошибаться здесь, но явно совершенно, что без помощи сверху эти протесты бы так долго не продолжались. Так мне кажется, хотя, опять же, тут я могу ошибаться, в любом случае, режим они не сменят. По мнению множества экспертов, и ваш покорный слуга, для которого этот регион является определенной экспертизой, считает то же самое, да? Мне кажется, что вряд ли эти протесты будут настолько успешными, чтобы поменять в Иране режим. Теперь, быстренько, вкратце, про израильско-ливанскую сделку. Хохштейн, наш американский медиатор, да, посредник, представил план, по которому в итоге демаркация морской границы между Израилем и Ливаном происходит. Ливан получает наибольшую часть зоны под... которая дискутируется, да, зона under dispute. При этом Израиль будет сохранить свой кариш месторождения, и при этом от того месторождения, которое Ливан в итоге получает, он будет участвовать в прибыли, да, это сейчас как бы очень крупным таким мазком я все объясняю, на самом деле там есть еще детали разные, но он получает Израиль определенных гарантий безопасности, есть у этого множество бенефитов. Первый бенефит, что Израиль... в итоге может спокойно добывать свой газ, не испытывая никаких угроз со стороны Хизбаллы, которые до этого были многочисленное количество угроз, что если в итоге соглашения не будет, Хизбалла насрав грозился атаковать израильские газодобывающие там всячески все оборудование, как бы саму скважину, что, как мы знаем, не так уж сложно, как мы выяснили, вот в Балтийском море и трубопровод, да, не так, как кажется, сложно атаковать, вот же мы увидели только что, это первый момент. Но, опять же, не в этом главное. Главное здесь не в этом. Израиль заключает договор со страной, которая считается его врагом, и которой до этого у них нет даже дипломатических отношений, они находятся в официальном состоянии войны до сих пор. Израиль таким образом стабилизирует финансовую ситуацию в Ливане, которая на грани взрыва давным-давно и совсем уже никакая. И это, по крайней мере, даст Ливану определенные инвестиционные деньги. Если Ливан в итоге сможет наложить определенный контроль на вывоз капитала со временем, то, глядишь, и ситуация финансовая в Ливане может стабилизироваться, что для Израиля выгодно. Все-таки это его северная граница, и совсем бы не хотелось, чтобы Хизбалла потеряла. То есть, с одной стороны, Хизбалла враг, с другой стороны, пока она является правящей в Ливане силой, и Ливан есть как государство, ей война невыгодна, да, грубо говоря. В секунду, что Ливан перестает быть государством, полностью фейл, да, и Хизбалла перестает править государством, тогда опять конфронтация с Израилем становится для нее важнейшим моментом. Все как бы в теории Дэниела Баймана работает здесь. Пока, по крайней мере, так выглядит это, и с этой стороны такая сделка для Израиля выгодна. Тактически, да, Израиль отдает огромную часть спорной территории морского как бы шельфа Ливану, с одной стороны. С другой стороны, в долгосрочной перспективе Израиль выигрывает от такой сделки очень-очень много. Но это понятно, это мнение Лапида и Ганца, премьер-министра временного министра обороны. Нетаньяху, естественно, против. Он говорит, ты сдал наш суверенитет, нашу суверенную территорию огромную сдал. Вы пошли на очень большие уступки, слишком большие уступки, и это не годится, да, на что ему Лапид отвечает, что, да, что ты сдался, ты поддался угрозам Насравы, говорит Нетаньяху Лапиду, на что Лапид отвечает, что смотри, я понимаю, конечно, что тебе очень жалко, что это не при тебе было подписано, все понятно здесь, но с другой стороны, с точки зрения безопасности, у нас так были определенные гарантии, и дело здесь не в безопасности, а в долгосрочной как бы стратегии.
И в итоге все выигрывают как бы от этой сделки, потому как, представьте себе, что мы бы, не, допустим, не договорились, не пошли бы на эту уступку, а Иерусалим, да, по американскому свидетельству тоже совершает, идет на большую уступку, чем Ливан в данном случае, но очень большие уступки делает, но в итоге выигрывают все, да. И даже если кажется, это как будто это очень большая уступка, так это выглядит со слов Лапида, в стратегическом плане Израиль оказывается в итоге все равно в плюсе, в большом плюс, он еще получает какие-то, будет получать от Total, который будет, от французской Total, который будет там для Ливана качать газ, он будет получать достаточно большую часть прибыли. Процентные отношения, к сожалению, пока не могу вам сказать, эта информация придет позже, опять же, если эта сделка будет Израилем утверждена. И еще вопрос, имеет ли право временное правительство такую сделку утвердить, и не потребуется для этого ратификация в Кнессете. Если это потребует ратификации в Кнессете, вот тут-то развернется серьезная баталия. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. Всем окончательного запечатания, хорошего приговора, чтобы в следующем году нас, наступившем, точнее, в этом году нас ожидал мир. Счастливо, друзья, и до четверга. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.